Здесь много факторов. Наверное, все-таки самым существенным будет являться фактор коррупционный, когда выгоднее разместить заказ на стороне и получить оттуда какую-то финансовую благодарность. Тобто кроме вбачаєте этого, корупційні якісь схеми. Есть еще фактор необходимых начальных инвестиций. То есть, если мы хотим разрабатывать и изготавливать свои локомотивы, причем свои локомотивы желательно не позапрошлых поколений, желательно не модернизацию даже глубокую позапрошлых поколений, то надо изначально вкладываться в разработку. То есть надо, прежде чем оживлять заводы, оживить соответствующие НИИ, конструкторские бюро, изучить опыт, и на разработку нужно, конечно, значительно большее капиталовложение, чем взять уже отработанную модель или уже снятую, доживающую свою модель и поставить ее просто на производство. Но зато мультипликатор здесь значительно шире и большее количество рабочих мест создается. Мы помним обещания правительства, может, к сожалению, для правительства, но мы их помним, о создании 500 000 рабочих мест, пока фонд занятости у нас отрапортовал о зарегистрированных 500 000 безработных.